Ну и все. Так что такое? Все наконец-то вот, ресницы сделала хоть нормально. Леночка, почему не каре? Тебе очень хорошо с каре. Я не знаю, на самом деле это все мои комплексы. И, наверное, просто раньше я как-то себя чувствовала красивой, а сейчас у меня очень много комплексов по поводу внешности, по поводу вещей, по поводу волос. Да все, ну типа действительно, сейчас самооценка упала очень ниже плинтуса и не знаю. Расскажи самое смешное, что случалось с тобой. Ой, на самом деле очень много чего было смешного. Трансформ. Я считаю, что с каре. Я очень хочу на самом деле вернуть каре. Я хочу отрастить свои хотя бы так. И уже ходить с каре. Так что вот так вот. Ладно, ребят, буду выходить с прямого эфира, потому что у них-то счастье, господи. Счастье, знаете, молодые люди мои. Счастье в уважении, в понятии, в нетыканстве и в каком-то благополучии. И не в скандалах. И в свободе. Самое главное, что ты снимаешь эти волосы, не уходи своими. Да, надо. Самооценка почему упала? Ну, вот так вот. Да, то, что с нарощенными я не приведу к своему. Тогда. Боже, ребята, я вообще не знаю, что со мной происходит. Я как-то потеряла смысл какой-то. Смысл жизни, смысл всего. Верю в себя. Раньше у меня еще какая-то была вера. Будущее, мечты. Сейчас у меня ничего нет.